Спасение лишь в Иисусе. Только у ног Христа вы сможете обрести настоящую милость и якорь своей веры, чтобы пройти через любые испытания. Сомнения бьют о мой берег, я доверюсь Иисусу. В час, когда душа в смятении, как растение стонет, гнется от ветра, я доверюсь Иисусу. И словно искры в темный час слова Иисуса прозвучат. Не бойся, я с тобой, не бойся, я с тобой, там силы поддержу я спасающей рукой. Не бойся, я Бог твой, не бойся, я Бог твой, со мной пройдешь ты рядом, будь добрый и прямой. Когда волнение ветер мне с собой несет недобрые вести, я доверюсь Иисусу. В час отчаяния, сражения докажу Ему свое посвящение, я доверюсь Иисусу. И словно искры в темный час слова Иисуса прозвучат. Не бойся, я с тобой, не бойся, я с тобой, дам силы поддержу я спасающей рукой. Не бойся, я Бог твой, не бойся, я Бог твой, со мной пройдешь ты рядом, будь добрый и прямой. Хотите ли вы посвятить свою жизнь Христу настолько, чтобы вы могли пройти по этой жизни просто как герои? Это не значит, что на вашем пути не будет страданий. Путь Христа — это не безоблачный путь. Это не путь без страданий и без страхов, без трудностей, без отчаяния. Все это будет на пути. Но когда вы проходите это все вместе, как с другом, с Творцом Вселенной, когда вы проходите все испытания и боли, и нужды с тем, кто вас так любит и кто силен вам помочь, нет больше радости. Вы обретаете совсем другой смысл жизни, совсем другую мотивацию, совсем другой стержень. Если сегодня здесь есть кто-то, кто хочет принять Христа, кто хочет заключить с Ним этот завет, кто хочет пойти с Ним рядом, Бог будет держать вас за правую руку и будет говорить «не бойся», будет говорить вам прямо к сердцу. Если вы желаете, приходите сюда. Мы помолимся за вас, и Бог станет вашим руководителем, вашим проводником. Он станет вашим другом.